Сегодня нам пришла коляска LuxMom Transformer для клиента, для клиентки, которой будем сегодня данную коляску отправлять. Мы ее проверили и, соответственно, решили показать вам. Коляска действительно очень легкая. Шасси, наверное, килограмма 4 всего весит. В дальнейшем напишем, действительно очень легкая. Хорошая амортизация. Посмотрите, как может складываться люлька. То есть данной коляске всего один блок. Не нужно второй где-то хранить, соответственно, место занимать. Данный блок, он превращается из люльки, потом в сидячий блок. И вот посмотрите, как она компактно складывается. Действительно, эта коляска для тех, кому нужна легкость, компактность, мобильность, такая хорошая, удобная городская коляска. Вот мы коляску собрали, то есть вот такая вот стильная городская коляска у нас получилась. Собирается шасси за счет нажатия вот этой вот кнопки, вот стрелочка. Действительно, такие красивые, благородные цвета, коляска очень эффектно смотрится. И цена данной коляски, она будет варьироваться где-то в районе 15 тысяч рублей. То есть она очень бюджетная. Вот такая корзина. То есть здесь сочетается действительно стиль, мобильность, легкость, то есть для родителей, которым требуется городская легкая коляска, это действительно ваш вариант, который не занимает много места. Также в комплект входит вот такая сумочка, рукавички. Сейчас покажу. Вот такие вот рукавички. Дождевик, москитная сетка. Так, выглядит вот таким вот образом колясочка. Здесь также есть проветривание, то есть полностью можно открыть. И также здесь у нас есть дополнительная секция. И капор при желании можно еще вот таким вот образом увеличить.